Брать Харьков как? А зачем его брать? Они же контролируют Южную Корею. Контролируют. Угроза для Северной Кореи есть? Есть. Вот это им нужно. Заморозить угрозу для России. Все благосостояние Запада последние столетия построено на воровстве. У меня телефоны эпловские, часы эпловские. У меня золотом я вся обвешана. Что это вообще не считается преступлением. Кошмарище. Наши мальчики отдыхают, отнеситесь с пониманием, еще Евгений Пригожин объяснял. Кайфа никакого не доставляет, нас, короче, переселили в другую квартиру, ну вот, все нормально. Булочка, он отдыхает. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, всього того, що в них відбувається як в житті, так і в соціальних мережах. Будемо порівнювати, як живе російське телебачення і що насправді відчуває глибинний росіянин. Ви ж на старті не забувайте, для нас вкрай важливо поширювати всю зібрану інформацію. Тож, від нас гарний контент, від вас лайк. І, звісно, не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим більше нас, тим гучніше лунатиме голос правди. Не передать словами, как я ждала тепла. Я ждала тепла, дождалась. Поехали, называется, отдохнуть на природу, шашлычки пожарить, теплом насладиться. А нами, походу, планирует насладиться вот этот вот рой мушек. Как вам такое? Повірте мені, друзі, на слово, коли-небудь російську пропаганду назвуть різновидом психологічних хвороб. Бо здорові люди просто не могли б такого вгадувати, такого писати, такого говорити і таке публікувати. Перекрутити істину – ось, власне, їхній хліб. Ані слова правди, ані слова того, що насправді відбувається як в Україні, так і в самій Російській Федерації. Ми ж дивимось на них винятково і з наукової точки зору. Ну, якщо є ті, хто вивчають комах, то чому би не бути і тим, хто вивчає російську пропаганду. Як і завжди, ми пропонуємо вам зануритись в те, що вони найактивніше обговорюють на своїх пропагандистських ток-шоу. А что говорить о безопасности? Ты выходишь в любой российский большой город, идешь по улице, гуляешь, тебе светло, безопасно, чисто. Ну, про Москву я уж вообще молчу. Таких столиц, как Москва, в мире нет. Я много где была в мире, но поверьте, их просто нет. Такого уровня безопасности, как в наших мегаполисах, не подразумевается западной культурой современной, что она вообще может существовать. В мегаполисах. Ну как это невозможно. Это как, ну как на французской лазурке, например, да? У всех, наверное, есть знакомые, кто там отдыхает и прочее. Когда что-то у них происходит, вызывают полицию, полиция не приезжает, если никого не убили, потому что это вообще не считается преступлением. Отношение к Евразии. Это, наверное, тем более актуально, что регионализация процессов на глобальном уровне она наблюдается и в других частях мира, когда и отдельные страны, и их организации стремятся брать свою судьбу в свои руки и не зависеть больше от капризов тех, кто контролировал все инструменты, все механизмы, вот созданные Соединенными Штатами модели и системы глобализации. Такие процессы мы наблюдаем в Африке, где Африканский союз и субрегиональные структуры существенно активизировались. В Латинской Америке сообщество латиноамериканских и карибских стран с возвращением Бразилии обрело второе дыхание и весьма и весьма активно работает над снижением рисков для своих экономических, финансовых, инвестиционных проектов от тех пертурбаций, которые наблюдаются в мировой глобальной системе. Ну и не забудем, что вот эти... А я понимаю, что это очень сложный вопрос. Мы понимаем о наличии связи между Соединенными Штатами, их европейскими союзниками, их восточно-азиатскими союзниками и тихоокеанскими союзниками. Понимаем целую сеть всяких союзов, коалиций, которыми Евразия со всех сторон практически оплетена с участием заокеанских и заламаншских представителей.
Но не думать о том, чтобы обеспечивать безопасность своего континента самостоятельно, я думаю, было бы неправильно. Поэтому мы хотим такие процессы проработать, постараться эти процессы начать с группой единомышленников, прежде всего имею в виду и ШОС, и другие перечисленные мной структуры на евразийском пространстве, но при этом оставлять дверь для подключения к этому процессу открытой для всех, без исключения стран и структур, расположенных на нашем континенте. Вот он в Харьков-то приехал, да? Уже говорят, что следующая поездка Зеленского будет в Запорожье. Тоже хорошая новость. Ну, однако он сидит в Киеве, Киев мы не взяли еще. Все впереди. Поэтому здесь я бы тоже... А зачем его брать? Нет, у меня нет ответа. То есть по мне надо брать все, включая Лиссабон. Ну, конечно. Но просто когда такие вопросы будут стоять, да, например, брать Харьков, как? То есть так, как берут американцы, превратив это все в выжженную пустыню? Ну, Владимир Ильич, здесь я говорил, что... Да, мы как раз с вами этот вопрос обсуждали, да? Харьков, конечно, русский город. Нет, они все русские города, и не по разу. Но речь о другом. Брать как? Это победа. Что для них важно? Так. Для них важно сохранить угрозу у наших границ. Ага. Это все равно остается угрозой. Они хотят такое перемирие, когда они же контролируют Южную Корею. Контролируют. Угроза для Северной Кореи есть? Есть. Вот это им нужно. Заморозить угрозу для России, чтобы дальше предлагать нам решение этой проблемы. Вы же видите, проблема осталась. Эту проблему мы, американцы, создали. Без нас вы ее устранить не можете. Поэтому договоритесь с нами против кого? Против Китая. Но вот, насколько... Основная причина, по которой идет разделение мира, абсолютно со всеми согласен, это то, что все устали, что их грабят. Да. Все благосостояние Запада последние столетия построено на воровстве. Более того, после распада СССР, мы должны им об этом им говорить всегда, они опять свое благосостояние строили на нас, на России и на бывших республиках СССР. И в этом вот и проблема. Они не хотят жить за свой счет. В медколледже имени Светланы Анорьевой почтили память выпускников, которые погибли в ходе специальной военной операции. Они были бойцами 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая одной из первых в феврале 22-го вступила в бой. Здесь помнят каждого поименно. На защиту Родины встали старший разведчик Владимир Карманников, командир отделения медвзвода Алексей Роутенберг, а также фельдшеры Андрей Гуменюк, Михаил Чугунов и Александр Коровин, которые пойти по медицинским стопам решил еще с раннего детства. Погиб во время артобстрела, выполняя свой профессиональный долг – спасать раненых. Орден мужества посмертно был вручен уже маме Александра. Он очень любил свою профессию. Он вот, учителя даже говорили, преподаватель, когда учился, собрание у нас было. Вот когда объясняешь урок, он говорит, прям в рот, говорит, тем глядит и вот все это ловит. В прошлом году возле колледжа открыли аллею, где увековечены имена погибших выпускников. Сегодня дань памяти отдали их сослуживцы. Люди, которые не понаслышке знают, насколько опасно быть военным медиком. Медики – это ценные кадры. Они прибегают прям непосредственно под шквалом пуль, разрывом снаряда, они вытаскивают раненых бойцов. Да. То есть, и самое страшное, что для террористов, я больше не знаю, как их назвать по-другому, военнослужащих ВСУ, группа эвакуации – это первостепенная цель. Особисто я задоволена, що в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати соціальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших тіктоках, інстаграмах, ну і, звісно, в фейсбуці. Так, вони все ще використовують VPN-и і деколи можна натрапити на їхні відео. Але насправді для підготовки наших випусків нам все ж таки доводиться проводити ретельнішу роботу. Одним словом, від чого нас захищає цей бар'єр заборони? Від того, як насправді вони живуть, що вони насправді обговорюють і що в істину в них відбувається. В їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях і найголовніше в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори. В їхніх соціальних мережах ми покажемо далі.
Я из Санкт-Петербурга. Ты богатая женщина? Богатая женщина, наверное, не в плане денег, а в плане того, что просто, ну, типа, ментально богатая. Ментально богатая? Это как? Да. А сколько ты в месяц зарабатываешь? Ну, 90, наверное, тысяч рублей. При том, что за квартиру, за съемную, вот, в которой я живу, я плачу только 25 тысяч рублей. 900 баксов, это у вас считается очень высокая зарплата, да? У меня телефоны эпловские, часы эпловские, у меня золотом я вся обвешана. У меня две квартиры в регионах. Но... Это Россия, детка, здесь возможно все. Это на утро доширака. Томатный. Питаешься дорогой едой. Он не помытый, извините. Туалет. Моя кухня. Это моя кухня от застройщика. У меня спальня. Ну, понятное дело, здесь кровать. Ванна, пожалуйста. Богато. Ты говорила, что у тебя золото. Пожалуйста. Это все? Пожалуйста. Ну, с бриллиантами, да. А где бриллианты? Огромный бриллиант здесь, огромный бриллиант в пупке. Огромный бриллиант в ушах. Посмотрите, сколько их. Это просто дичь какая-то. Это просто ужас. Господа, такого не было миллион лет. Жесть, они просто не дают ничего делать. Кошмар. Кошмарище. Это ужас. Сегодня постараюсь исключительно снимать про профессионализм наших мальчиков. Вот, например, Кемеровская область, Кузбасс, Суровый. Там толпа срочников решила потусить в клубе «Мед», а охранники их пускать не захотели, потому что, а, ребята были одеты в форму цвета хаки, а это не соответствует дресс-коду, и, б, они были пьяные и обдолбаны, как это водится и у наших мальчиков. Так что охранники сказали «идите отсюда». Срочники решили не поддаваться на провокацию и ответить в стиле русской армии толпой напасть на двух охранников. Ну и все у них получилось, естественно. Они устроили дебош в этом клубе, полиция ни черта сделать не смогла, и в итоге очередное эхо войны прогремело в очередном регионе России. Наши мальчики отдыхают, отнеситесь с пониманием, еще Евгений Пригожин объяснял. И не мешайте им проводить время так, как они это любят. А любят они насилие, издевательство над слабыми и, конечно же, грабежи. Пока что они нападают на охранников клубов, а скоро начнут сбиваться в группы, банды и нападать уже на магазины и на чьи-то квартиры, а то и на людей в подъездах. Добро пожаловать, ребята. Работайте, братья. Здравствуйте, друзья. Во Владивостоке безногому ветерану СВО сломали руку за слишком громкий звук протеза. Когда ходишь по квартире, протез брямкает и создает звуки. Все это не понравилось соседу. Стук в дверь, я подошел, открыл и сразу без слов получил бруском в голову. Я упал, и сосед начал меня забивать по всему телу палкой. Вся голова в шишках. Странно. А по телевизору говорят, как герои будут носить на руках. Сотрудник следственного изолятора рассказывает, что вернувшиеся с войны зэки нарушают все статьи Уголовного кодекса. С вами Белый Соболь, я бывший сотрудник следственного изолятора. Ни для кого не секрет, что зэков набирали, набирали в ЧВК «Вагнер» и в «Штормзет» Министерства обороны. Весь спектр нашего огромного уголовного кодекса совершают бывшие бойцы штурмовых подразделений, вернувшиеся со специальной военной операции. Если ты вернулся со специальной военной операции, будь тише воды, ниже травы. Ходи на цыпочках вдоль домов. Ни хрена, вон один тоже вернулся со специальной военной операции и тут же начал все свое село вилами, потом вилами заколол 85-летнюю старушку. Родная, сейчас покажу вам вид с окна. Ну вот так вот смотришь, поняли, такое ощущение, как будто там горы какие-то. Ну, очень много зелени, поняли.
Сейчас. Вот, открой. Дальше. Прикольно так. Ну там больше какая, покрасивее было. Там речка, кораблики. Здесь чисто застроено. Ну тоже прикольный такой вид. Домик вот этот красивый, мне очень нравится. Так что вот так вот. Я еще даже здесь не гулял, только приехали, сейчас пока работаю. Родная, короче, позвонил я это самое. Хозяину квартиры, да, который сдает нам. Объяснил то, что эти дыр-дыр, кайфа никакого не доставляют. Нас, короче, переселили в другую квартиру. Ну вот, все нормально. Булочка, он отдыхает. Ванная. Чего ванная? Душевая кабина. Ларик, он там что-то сидит. Кухня, короче, холодос. Короче, как-то так. І на сам кінець єдине, що мені лишається, друзі, вам нагадати, це те, щоб ви в ейфорії і гарному настрої не забули після всіх цих пекельних борошон, звісно, лишити нам вподобайку. Тільки таким чином ми зможемо розповсюдити увесь зібраний контент. Ну і, звісно, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Кажуть, що нашим підписникам особливо щастить. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.